Президент США Джо Байден в Польше выступил с речью об Украине. Он заявил, что Западу нужно готовиться к предстоящей борьбе между демократией и автократией. Цитирую выдержки. «Нам нужно готовиться к долгой борьбе. Мы не победим за день или месяц. Сейчас Украина на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу. Эта война уже стала стратегическим провалом России». Конец цитаты. Также он заявил, Россия распространяет ложь о том, что США якобы собирается расширять НАТО.